Внимание! Все денежные вклады вы делаете сами на свой страх и риск. Добрый вечер, я диспетчер. В общем, сбылась мечта идиота. Наконец-то я продал тот топовый майнер, Roller Dice, или как его там называли. Там, где... Короче, он в прошлой серии мне выпал как золотой на ивент, там, где мы сжигали майнера. И за него я урвал всего лишь почти 60 РЛТ. Урвал бы больше, да комиссия, короче говоря, где-то 63 бы урвал. В общем, печалька. Но зато этих 60 РЛТ мне сейчас должны помочь нормально так повысить мощу и процентики. Несмотря на то, что тот майнер был 6%, я за этих 60 РЛТ нормально так повышу свои петахэши и процентики. Значит, я вот уже выбрал, что мне покупать. Начнем, допустим, вот с этого. Каждый майнер будет с процентами. И надеюсь, мне хватит, чтобы нормально так закупиться. Первый пошел. Так, второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Так, что тут у нас здесь? Пятый пошел. Шестой пошел. Так. Так, это что у нас? Так, этот. Ну и сколько тут у нас осталось? Надо посмотреть по РЛТ-хам. Так, 27,6. Значит так. Майнера подорожали, как всегда. Что очень и очень нехорошо. Но, в принципе, все равно я поимею больше мощи, чем раньше имел бы, если бы этот один майнер у меня стоял здесь. Так, сейчас будем их выставлять и потом докупать на остачу. Есть. Что тут у нас? Есть этот. Давай, ставься, господи. Ну и тут самый такой, ладно, пускай этот стоит. Так, что тут еще по местам? Есть свободное? Нет. Ну, здесь поставим пока что. Вот этот пускай стоит, пофиг. Тут же еще прикол, типа нужно все майнера выставлять, раньше можно было их оставить у себя в сумке, и они как бы действовали проценты, а сейчас они уже такую штуку отменили. В общем, делают все для людей, как говорится. Шутка. Да, так, ставим сюда. У меня скоро места закончатся. Сюда. Так. Сюда. Так, смотрим уже сколько по процентикам. Ну, по процентикам уже хорошо, и это мы потратили, ну, почти половинку от того, что было. Чуть больше, конечно, но места уже закончились. Так, или не закончились? Ну, еще не закончились, но в принципе, если что, то тут говномайнеров у меня полно, и я их просто уберу. Ладно, идем дальше. Давайте смотреть, что тут к чему. Так, плазма пульс. Так, давайте поставим, значит, 27 РЛТ. Ну, давайте поставим, там, допустим, от 4 РЛТ и до, не знаю, 7. И поставим там 400. Может быть. Так, но это есть. Это есть.
Да, жаба уже подорожала. Как-то не очень все по майнерам, все как-то сильно подорожало после этого долбанного сжигания. Вы не находите? Если можно раньше было за 6 РЛТ купить майнер там, где, грубо говоря, 700 мощи в нем. А сейчас, короче говоря, все на 1 РЛТ больше стоит. Капец. И это очень и очень плохо, если честно, ребята. Я хотел намного-намного больше купить. Но вижу, что по этим долбанным ценникам я слишком сильно разогнался. Да. Так, ну я в принципе все правильно выставил. 640. Снейк. Ой, не знаю, ребятухи, не знаю, не знаю. Так, 680, Brilliance Bay. У меня Brilliance Bay есть это. Чтобы не лохануться. Да, есть походу. Это же она. Да, есть. Есть у меня этот Brilliance Bay. Так. Хочется, знаете, такое что-то помощнее, но, блин. Что-то оно помощнее, ничего не находит. Ну хорошо, давайте 500. Наверное, вообще нету 4 до 7 такого. Ну есть, конечно, но... Да. Ой, ну Снейк еще ладно. Тут 0,75 хотя бы. Давайте Снейк купим. Так, ладно, купили этот снейк долбанный. Это можно отсюда убрать. Господи, где мой снейк? Не пугай меня так. Да блин, дерьма кусок. Господи, какое оно неудобное стало. Давай уже рожай. Все, наконец-то. Так, спрячься в тень. Эту фигню мы берем отсюда. Два супер-мега-майнера. Этот ради 1% выставим, потому что 1% уже играет очень многое. Ну, в принципе, как и всегда. Вот эту фигню. Ладно, потом снимем. Сначала нужно что-то купить еще. Еще на 20 РЛТ можно что-то прикупить. А что нам купить, блин? Фиг его знает. Что купить на 20 РЛТ, ребят? Сколько там у меня? Ну, оно еще не обновилось с процентами, но уже явно больше, чем было. Да. И еще 20 РЛТ в запасе. Так, эту всю херню можно позакрывать. Так, ладно, ищем, 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 ищем. Ищем, ищем. Давай, ладно. Что вы мне можете предложить? На 20 РЛТ майнера. Так, ладно. Допустим, я хочу майнер на 800 петахэш. Ну не петахэш, а этих. Вы поняли. Допустим, у меня есть там 20 РЛТ. Какой список вы мне покажете? Ну, в принципе, херня. Понятно, тоже херня. Вообще как-то не камильфо. Ну, это, знаете, лохани сам себя. Не то, что я ожидал увидеть, блин. Совершенно не то, ребята. Что, придется не процентные брать, а такие обычные, беспроцентные, но с большим телом, так сказать. Так, блин, видите, оно как-то... Хорошо, давайте 500. Блин, майнера, конечно, подорожали. Вообще невыгодно. Ну, что это за фигня? Ну, раньше бы это все стоило на полтора, на 2 РЛТ. Меньше.
Вообще, короче, вообще. Хорошо, если 200. Так, может здесь процентные осталось добрать. Я, в принципе, двухсотками не интересовался. Может здесь найдется что-то. Вот моцик есть, 0.25 всего. И здесь есть 0.25. Ну, блин, здесь мощи, конечно, как кот наплакал. Golden. Или... Джидлет, короче, хер прочитаешь, что это такое. Ну, в принципе, можно. 288 стоит 273, но он хотя бы с процентами. Так, ладно, отложим на будущее. Так, что еще здесь есть? 230, 0.4. Ну ладно, давайте. 0.4, в принципе, нормально. Что тут еще есть? 220, 260. Да, раньше тут 260 стоил 1.8 РЛТ, даже 1.5 иногда. Сейчас, конечно, после сжигания матрас вообще уже 3, слава богу, я его купил за 2.5, хотя раньше он стоил 1.4. Да, так. Ну, блин. Не знаю, ребята. Чё там накупить? Не хотелось бы затягивать эту долбанную серию на 300 часов, но тут, короче, знаете, нужно смотреть, не пересмотреть. Ну, вот это тут можно Uncommon купить, трон. В принципе, тоже 0.4. Но, как видите, слишком... жирных майнеров уже не осталось. По процентам тоже не осталось. И слишком жирных с телом не осталось. Все стоит гораздо дороже. Дороже, блин, после этого, как это называется, сращивание. Может, точилу купить здесь хотя бы 0.5. Комендаторы. Манимейкер можно купить. Здесь хотя бы 1%. Ну, Минотаур тоже можно, кстати. Короче, давайте. Покупаем это. Я надеюсь, я как-то найду... О, господи, я выиграл бомжа-майнер. Так, потом вот это. Так, теперь... Трончик. Ну, рожай уже. Так, ролику уже миллиард часов идет. Короче. Это говно, походу, заглючило. Ну все. Так. Теперь. 1%. Вот этот вот кал. Потом. Ну ладно. Так, и сколько у меня осталось? Аж 1.83. Ну ладно, оставим. Пускай будет на будущее. Давайте выставлять этот весь свой... Как это называется? Хабар. Ну, в принципе, вот эту херню можно продать. Она не нужна. Я же еще не продавал эти повторялки. Если бы я еще их продал, то было бы... Ой, блин, я не то хотел. Господи, давай уже выставляйся. О, майн год. Так, надо кучу этих позакрывать окон. Что, до сих пор выставляется? О, господи. Так, вот эту вот убрать фигню. Поставим сюда, что поставим? Давайте вот эту вот лодку. Так. Так, а Sunset City у меня хоть есть?
хотя бы. Ну да, а то один я вроде бы продал, а здесь 2%, аж здесь нельзя его продавать. Так, сюда еще выставим говнецо какое-то, надо выставить. Ладно, пускай так все стоит. Я уже, если честно, спать хочу. Я, как всегда, знаете, думал, сейчас пойду спать. Выкинул этот майнер. И думаю, что все равно его не купит никто до завтра. И такой перед сном решил, дурачок, зайти сюда, блин, ага. И сразу видел, что его купили, короче, и решил вот это вот записывать, не отходя от кассы, так сказать. Так, вот это говнище, значит, 420 убираем. Выставляем. Так, что еще здесь можно выкинуть? Так, ну пока что я ничего не вижу. Это придется в этой комнате наводить шорох. Так, ладно. Убираем. Капец, кончилось место. Я в шоке. Если честно, я не думал, что у меня место закончится. Я столько пожег майнеров тогда, что мне казалось, у меня этого места надолго хватит. А мне тупо некуда класть. Тут же есть такие майнерки, которые лучше бы не убирать, потому что они тоже проценты дают. Но сейчас придется, в общем, придется заниматься непотребством. Ну, в принципе, я уже все, что хотел, то и сделал. Все вроде бы. Больше майнеров нету. Нормальных, я имею в виду. Только вот это вот на продажу нужно выставить. Ну а все остальное, кал остался, в принципе, такое себе. Его просто осталось продать, да и все. Так, пустых мест точно не осталось. Да вроде нет. В общем, такое себе. Наконец-то я продал лишь тот один майнер я продал. И как видите, у меня без применения этих процентов стало уже 50,5 петахэш. И плюс проценты эти применятся, и будет здесь гораздо больше. В общем, как-то так. Ну, осталось повторяшки продать. Тут еще вот эти вот, видите, вот этот и вот этот вот. И вот этот вот, то что Night City или как он. Сейчас я его выставлю, чтобы не забыть. Авось за ночь продастся. Так, Sunset City он дал. И он нынче стоит... Он нынче стоит, вообще ничего не стоит. Нет, я его пока продавать не буду, пускай валяется. Пускай валяется до лучших времен. Может быть, он что-то стоит начнет скоро. Потому что это вообще капец. Хорошо, а сколько вот этот кал начал стоить? Где он, повторяшка это? Как он называется? Старграунд. Сколько Старграунд нынче стоит? Это, конечно, пипец, я не ожидал. Все, знаете, основные майнера. Ну, понятно. Ивент только прошел. Может, мне не нужно было. Так, Старграунд стоит 5. Ну, блин, такое себе. Такое себе. Ладно, пускай он тоже повисит у меня. Потом когда-то продам, может, через месяц, когда это все повысится. В общем, такие вот пироги, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Один майнерок нормально так продал его. Мало того, что сделал больше процентов, чем было. А было, я напоминаю, у меня 85, по-моему, процентов. И 45 петахэш. Я вот его продал, и сейчас еще проценты вот эти вот применятся. И тут будет больше, чем 50. Так что как-то так. Ну и ссылки в описании, если хотите, давайте играйте. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч. И, конечно же, поменьше скама, друзья.